вчера несколько сессий провел в помощь в связи с коронавирусом, да, и общая тенденция, ну вот я хочу сказать, да, то есть что происходит. Ну, то есть система оказалась не готова, да, и по большому счету не очень как бы френдли к нам. Вот, и много проекций, да, из своей семьи всплывают какие-то личностные темы, колбасит ожидания от властей, да, что они как хорошие родители примут правильные меры, какая-то гарантия в будущем, что нет, много неопределенности, да, и поэтому очень важно сейчас, да, когда поднимаются какие-то темы, да, чтобы принимать эффективные решения, убирать то, что вот из детства застряло, да, то есть вот то, что актуализируется прямо сейчас, важно прорабатывать для того, чтобы не наделать ошибок, не поддаться панике, да, то есть правильно среагировать, правильно повести себя с руководством, да, то есть правильно предпринять меры и зря не потратить ресурсы.